Доброе утро, дети! Всем хорошего дня. 5, 6, пандаль. Пам. Сейчас пойдем в столовую. Чик. Столы грязные были, ладушки не поставили. Почему меня подставляете, а? Продолжаем подготовку к аттестации. Проверим малышей. Нунчаки ставим. Легко. Урок. Желаю всем хорошего дня. Старайтесь, не отвлекайтесь, не балуйтесь. Ну а сейчас пойдем в столовую на завтрак. Построились. 1, 2, 3, 4, 5. Желающие дежурить есть? Дежурные. Шаг вперед, дежурные в столовую. Так, 1, 2. Микич, 3. Значит, поступила жалоба на вас, что вы плохо дежурили вчера. Скажите, пожалуйста. Да, плохо дежурили. Что они не сделали? Столы грязные были, лавочки не поставили. Совсем, что ли, с ума сошли? Ну, мы с администратором все свое сделали. Сказали Мише, чтобы он протер лавочки, потом он поставил обратно. Да, он тебе это знает. Мне сказали, что протили. Ты мне не говорила, лавочки. Нет. Когда тебе говорила, я слышала. Да. Так, стоп. Дежурили впятером, вы впятером, значит, это. Значит, сегодняшним дежурным вы помогаете. Все, щадяк, вперед. Совсем, что ли? Вперед дежурить. Тряпочки дайте им, и пусть это... Почему меня подставляете, а? Что у вас за привычка перекладывать друг на друга? Это ты, это он. Не можете договориться, поделили столы, и каждый отвечает за свои 2 столика. То есть, понимаете, ваши действия – это мое лицо. Если вы там бросили, ничего не сделали, получается, тренер не научил. То есть, получается, вы меня подставили. Понимаете, Миша? Они мне не говорили, что... Ну, что тебе? Ну, тебе надо, ты маленький малыш, тебе надо говорить, что ли? Да, я не знаю, что стульчики протираются. Значит, если как малышам вам надо говорить, значит, я буду говорить. У вас 5 человек, каждый по 2 столика взял, убрал и все. Так, ну а мы продолжаем подготовку к аттестации. И у нас в аттестации есть форма нунчаку. Нунчаку форма 2. Чуби. Щитек. Технику четче. Стойки, Юля, тикуби присесть. Hey,
Так, проверим малышей. Нунчаки стали. Чарет, чарет. Влад, чуть-чуть назад. Немножко назад. Так, у малышей форма один. В лагере начали учить. Вроде что-то получается, что-то нет. Ну, сейчас посмотрим. Нунчаку форма один. Чуби! Немножко пошире. Встали пошире. На вытянутые ручки. Давайте, Викуль, подвигайся там в сторону. Приготовились. Чуби! Щидяк! Пора. Вот наши герои прошлого видео. Это Никитосик и Влад. А, ребят, скажите пару слов после видео. Смотрели видео? Я смотрел. Смотрел. Что скажешь по поводу видео? Мне очень нравится. Мои видео там набрало 4500. 4500 просмотров? Да. Никитос, ты что скажешь? Повторим. Шест. Боевой шест. Шест форма один. Чуби! Щидяк! Обращаю ваше внимание на технику. Стойка, Макс, в чем садите? Паро. Макс, джучум саги, почему не дорабатываешь? Ну-ка, стань джучум саги. Еще присел. Какое расстояние между ножками должно быть, а? Сколько? Давай, сделай две. Присел, колени в стороны. Доделывай стойку. Так, и на красно-коричневый пояс. Ребята у нас планируют сдавать, готовятся. На красно-коричневый пояс у нас 6 форма 2 идет. Более сложнее форма. Давайте посмотрим. Форма 2. Чуби! Щидяк! Удары доделываем. Пора. Также у нас на коричневый пояс, красно-коричневый, 7-й пумсет, Тыгук Чильджан, Чумбеи. Красные пояса отрабатывают, готовятся, остальные учат потихонечку. Щидяк! Югчан, чумби. Щидяк. Не спешите. Пора.
Почему вы спешите? Саджан, чуби. Щек. Так, ну а мы готовимся к аттестации. Ребята готовятся, очень хотят сдавать. Сейчас мы это все продемонстрируем. А вы напишите в комментариях, готовы они сдавать на красно-коричневые и красные пояса. Техника руки, бонданчак, чуби! Щек! Следующий этап экзамена будет у ребят, это удары ногами по лапам на выброс. Использовать двойки, тройки, удары с подшагом, удары в прыжках. Чуби! Степ, 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 заряжаемся! Громкий выкрик, щедёк! Степ, степ, степуем. Дальше выполнить защиту от ударов лапами. Чуби. Щидяк. Растяжка, поехали, шпагат поперечный, щедяк. Так, чем постарше, тем тяжелее уже, с растяжкой становится. Левосторонний, щедяк. Развернули таз, корпус. Правосторонний, щедяк. Пора. И также в наших экзаменах идет кёкпа, разбивание твердых предметов. Кёкпа, чуби! Щидяк! Хорош! Следующий. Следующий, давайте, кто? 360 тикуриги, кто? Кто самый смелый? 360 тикуриги доску, кто разобьет? Дениска? Давай еще разочек, ничего, попади, попасть надо. Еще разочек, давай, давай, давай. Мы же тренируемся, готовимся. Еще вкрути. Продолжаем кёпа. Кёпа, чуби! 360 тикуриги, щидяк! Еще раз. Следующий. Ну, это плотная доска тренировочная. Для черных поясов. Следующий.
Быстрее стали друг за другом, там, чтоб я видел. Щидяк. Все, уже доска там на издыхании. Ну ничего, пусть так бьют, давайте. Щидяк. Следующий. Кто ж ее добьет? Кто будет этим? Хорош! Богдан, неси сюда доску. Неси ее сюда. Все, ребят, разбили доску. Все, полномочия у нее все. Эта доска была для черных поясов. Вот, тренировались мы ей. И все. Отслужила свое. Все доски перебили. Походу, как-то так. И так сломали. Ну да, она вот, вот здесь она соединялась и все. Сломали не в том месте. Так, готовим показательные выступления на закрытие лагеря. Небольшое тут у нас, скажем так, небольшая наработка. Надо кое-что попробовать. С розами. Ну-ка, чуби. Чуби. Щидяк. Чуби. Еще раз, Арсений. Чуби. Так, продолжаем. Небольшие наработки для показательных выступлений. Так вот мы планируем держать лапы. Давай, Богдан, чуби. Щидяк. Раз, два, три. Давай, давай, давай. Четыре, пять, шесть. Пандаль. Пам, семь. Хорошо. Для показательных выступлений вот такие вот наработочки. Нам надо потренировать хорошо, чтобы было все. Давай еще разочек. Нормально, ага, пришел в себя. Давай, чуби, щидяк. Сборка, сборка. Двигайся, двигайся, крути, крути. Надо потренироваться. Сейчас подумаем, как может расставлять их пошире надо будет, либо ну, закруглить их. Сейчас подумаем, как это сделать. Еще одна наработочка. Забегание, разножка. Чуби! Щидяк! Легко! Урок! Давай еще разочек сразу, Макс! Ребят, подождите, давайте еще раз сразу, сразу, сразу. Нормально там, живые? Давайте, чуби! Плотно, плотно прижимаемся, плотничком. Давай, Макс, чуби! Щидяк. Разножки не было. Еще раз, ребят, давайте еще разочек сразу. Макс, толкнись, попади, хлопки сделай по лапам. Плотно, плотно прижаться. Костик немножко ниже, Костик. Богдан, держать лапу нормально. Чуби. Щидяк.